Супер Буся, на новой кухне сбылась мечта. Посмотрите, какая теперь красота. Ой, мне не верится, что я в своем доме, в своей кухне той, Господи, как вспомни те стены, а кухня, какая сейчас благодать. И мне кажется, я не дома, я где-то там летаю, сказки летаю. Ну не могу я поверить себе, даже своим глазам не верится, что... Ой, как я хотела, и как я болела, я думала, не доживу, дожила. Спасибо, ребята, вам огромное. Алена, и тебе, и маме, и всем те, которые мне помогали. Особенно ребятам, те, которые прислали мне донаты. Без вас бы, конечно, я бы не смогла, как говорится, такое богатство заработать. Нет, ребята, огромное вам низкий поклон. Спасибо. Бо, ну хватит плакать. Извините, ну просто не могу я выразить все это благодарными словами. От всей души вас всех благодарю, ребята. Спасибо огромное спасибо, что вы меня поддерживали, что вы вместе со мной эти 2 месяца ждали эту кухню, подсказывали, как, где, что, чего. А как все выбирали? Как прислушивалась. Голосовали. Да, я прислушала, голосовали. Кто что, кто это, кто тут. Посмотрите теперь за то, как красиво, как просторно. Ты понимаешь, да, просторно стол. И стены новые вообще. Стол станет опять. Значит, без стола. Будем стоя все кушать. Ну все, ждем всех на чаепитие и чечепитие в Ейске, на новой кухне. Спасибо огромное, еще раз спасибо. Я вас всех люблю. Огромное спасибо от всего сердца. Я не могу словами, нет слов, нет, я не могу даже передать.